Я не буду говорить, что эти колеса делают у меня, потому что Scrap Mechanic — это лучшая игра. Я не буду ее обсирать. А, то есть... What the fuck? Что? Что? Пристала. Какого ляда я на камешек? Канал Вот Ты Гейм. Увлекательные стримы, летсплей по AAA играм, общение и игра с подписчиками. Ты не туда, ты бежишь, ты... Лошадь сдохла. Заходи по ссылке в описании и проникнись уютной атмосферой. Выпускайте Кракена! Ты меня сейчас утопишь. Всем утюг, с вами Глюк и Сорс. Здрасте. Ребятки, собрались мы здесь для того, чтобы... Сорс меня попинал своей головой. Полулысый. Чем тебя еще пинать? Шучу. На самом деле мы собрались для того, чтобы смотреть ваши подарки, которые вы мне в Scrap Mechanic присылаете. По-прежнему у нас продолжается проблема, что половина подарков... С тем, что я удаляю лифт. Нет, половина подарков не спаунится. А, с ошибкой такой неприятной на пол лица, да? Да, да. Но что-то все-таки вот спаунится. Вот я не знаю, что. Давай смотреть. Тут лайкос. Это вот. Намек, чтобы вот ты сразу поставил лайкос. Вот, ставь лайкос и продолжай смотреть. Судя по форме. Видишь, даже написано Source и Глюк. Вот это даже для нас. Давай ты распаковывай, это вдруг там бомбы. Знаешь, судя по форме, это от Кубышкина. Тут все формы такие, чувак. Что? Блять. Тут какая-то музыка есть внутри. Это музыка из Соника. Но что-то пошло не так. А чё его так колбасит? Я не знаю. Подожди. Подожди, это реально работает. Подожди, давай я очищу все к хренам и заново заспавню. Не, по-моему, оно так должно работать. Ву, а не. Понимаешь? По-моему, это от того, что ее просто телепает вперед-назад. Да-да-да, слушай, может поршни эти выключить? Или на чем оно там колбасит? Давай. Тогда мне надо его поставить. Да этот Соник, он какой-то наркоманистый получается. Это я удалил кусок? Это я удалил. Вырежь ее. Доктор, отрежьте это. Уже лучше. Уже лучше, давай. Продолжай операцию. Блин. Спасите. Все. Во, и музыка нормальная стала. Подожди. Да выключи. Ну, музыка. Да выйму. Ой, блин, она приварена. Че ты выйдешь? Иди нафиг там музыка. Подожди, я хочу музыку просто отрезать. Она тут все равно не подсоединена к этому. Ну ладно, отрезай. Я хочу отдельно музыку. Все, я отрезал. Блин, как офигенно собрано, а? Ты в Соника же играл на Сеге? Да. Ну это же оттуда. Не, ну так что-то похоже, но по-моему чуть-чуть сбоит, потому что мы ее не так заспавнили. Возможно, тебя сбоит, потому что у тебя рассинхроны. А, ну возможно. Не, у меня вообще, ну, почти идеально играет. Не, это прикольно. Это прям короче, суть, что эта штука вот такой типа дергалась и типа светилась, короче, красиво делала. Просто она делала... Ну да, вот это вот было как-то вот, знаешь, как... Ну сначала это было ржачно, а потом просто мне сама музыка понравилась, и я скучаю немножко по Сонику. Я понял, следующий ролик у нас по 8-битным играм. Да, будем играть в Сегу. Блин, я на самом деле сыграл, только вы смотреть-то не будете, я же знаю вас. Это самая беда, знаешь, вот хочется что-то поиграть такое старое, бородатое. Да, да, я во Wrestlemania, помнится, играл когда-то на канале. Ну, просмотров там вообще кот наплакал. А там, когда зрители выкидывали гаечный ключ, ты становился непобедимым. А это еще в разных версиях, то, что мы играли, то там... Не было гаечных ключей, там можно было, ну, типа, просто сражаться. Ну, там такая физика упоротая была. Ладно, неважно. Давай, смотри, это новогодний подарок. Это Да, уже Новый год, между прочим. Вот как по какому календарю? Ну, если рассчитывать, что этот ролик выйдет спустя полгода после того, как я его запишу, то сейчас примерно март. А знаешь, в чем прикол?
Что? Прикол в том, что у меня он вообще не выйдет. Так что, собственно, ребята, смотрите эксклюзив. Эксклюзив Сорзов. Так, ну что, я открываю. О, нормальная крышка, подожди, взорвется? Да, взорвалась. Да, взорвалась. Причем довольно хорошо на большой высоте. Ну кто-то да, кто-то прям красав. Смотри, какие подарочки. Кто-то телек он подарил. Даже удар молотком выдерживает. Смотри. Че, я сижу? Отдыхаешь, да? Отдыхаешь? Ну вернись, ну вернись. Ладно, давай. Ди! Ты куда улетел? Подожди, подожди. Дай я к тебе на коленочки и так... Санта, бля. Загадай желание, Глюк. На коленке и загадывай желание. Дедушка Сорс, я хочу... Мерседес на Новый год. В жопу иди! Мерседес он хочет. Какие упоротые олени. Классные кресла. Это знаешь, короче, два дебила пришли, вместо того, чтобы смотреть на всякие подарки, на оленей, давай на кресло смотреть и угорать с ним. Сделано из двух блоков, блин. Ну а что, оно летает? Парковочные огни есть. Боже, ты чем кормил оленей? Сорс. У них просто этот, как он называется? Несварение желудка. Блин, а можно меня переставить на землю? Что-то он по бетону не хочет ехать. Конечно. А, подожди, у тебя же модпак есть, да? Да. Сейчас мы кое-что поправим, потому что он не хочет ехать вообще. Там гравитации, хочешь сказать, да? Ну, тут нет гравитации, в том-то проблема, что оно как бы едет так, как едет. Мне не нравится. Я хочу вот так. Поехали. Тарадан-тан-тан-тан-тан. 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 Не выключается, так что ты лети. Пока-пока-пока. Я ролик доделаю, а ты лети-лети. Твою мать, елок понасажали. Классно. Ну вот видишь, с антигравитацией вообще. Оно же здесь у меня вырубается, да? А, нет, оно там модуль такой сидит сзади. Ну не модуль, а... Ну я понял, да. Ну, сзади такая штука, не подарочная. Во, она, да. Именно. Кстати, можно на включатель сделать? Ай, блин. Привет. Здоров. Познакомься с моими оленями. Я помню, когда-то тоже делал новогоднюю постройку, тоже с оленями, но она мне, по-моему, не сохранилась. Это Рудольф и Адольф. Два брата-близнеца одинаковых яйца. Да. Короче, у меня, помню, было 50 подписчиков, я тоже делал, только там было 9 оленей. Наркоман. И они летали. Наркоман. Красиво было. Все равно наркоман. Так, ну хорошо, а что с елкой? Ну, обычная такая хорошая, стилистически правильная елка. А, не. Это она просто повернута, чтобы эти елочки были. Подожди, а если вот сейчас вот мы это доработаем чуть-чуть, а? Слушай, а так даже миленько. Подожди. Шевелящаяся елка, зашибись вообще. Подожди. Сиаты. О, подожди. Почему подарки не вращаются, я не понял. Ой, блин. Что-то оно... Совсем не. Финга, ты что делаешь? Подожди, как оно так работает? Я ж палец тут выклинил, всё. Там два контролера в одном стоит. Да? Да, смотри, вон там, видишь, короче, подарки от одного контроллера, а елка от другого. Ну да. Чё, не знал? Но тут контроллер один. Типа он контроллер в контроллер вставил. Ля-л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 я. Зачем на палец-то? Просто понял, что такая сидушка есть. Ну что, она теперь даже не регулируется. Тюка. Ну ладно. Взлетай! Все, не хочет оно взлетать, оно обиделось. Тюка. Блять. Все, на оленях утром ранним я полетел. Подожди, подожди, я елку-то забери. Елку забери, вернись. Я сейчас приварю тебе и будешь летать.
Как там это делается-то? Инструменты, сварочное говно. Все, где ты тут? Стой. Тут. О, все, полетели. Так, увидите в феврале, ну или в марту, может в октябре, во рту? А может и в апрель, может быть во рту, а может быть зато. А что такая скорость Майка? Ну-ка давай краш-тест. Изи. Мало, давай гони быстрее. Вот. Блин, мне сейчас лишь бы удержаться на этой говнине. Просто быстрые олени, я не виноват. Вау, вау, вау. Вау! Санта улетел, сбросил меня как подарок. Как последний подарок. Как последний подарок. Ой-ой. Возвращайся обратно. О, круто. Подарки из разряда удали палку. Подвеска. Голова. Я коробку уберу, хорошо. Странная машина. Я не буду говорить, что эти колеса делают у меня, потому что скрафт-механик это лучшая игра. Я не буду ее обсирать. А, то есть... What the fuck? Что? Что? Пристала. Какого ляда я на камешек наехал маленький? Тюха! Что за... Успокойся. Спасибо. Так, ладно, попробуем еще раз. Закончится это уничтожение мира или нет? Нет. Ну, пока нормально, на удивление. Понимаешь, здесь это старая подвеска, которая на ограничителях сделана. То есть это вообще... О-о-о-о, все, началось. Не, ну сейчас... А, ну да, все, да, началось само. В принципе, эта постройка от предыдущей почти ничем не отличается. Это реально, типа, одно и то же, по факту. Все, вот картонная коробка. С этой, с помойки просто притащил. Подумал, что это подарок. Ну, сейчас посмотрим. И что, получилось, как бы, что-то? Да. Тут даже что-то есть. Что там есть? А что это такое? Сейчас узнать бы, как оно. Вот оно вот так. Длинноногий вот крокозя был. Это первая в твоей жизни сорс-тачка будет. Почему? Воу! Ни хрена себе. Что это такое? Подбери и тасти, я не знаю, что это. Подожди, вот смотри, короче, я еще одну такую сделаю, чтобы вдвоем покататься. Ладно. Согласен. Смотри, как он сидит тут, блин. Ну это какая-то хренота, да. Бррр. Это странная дичь, которую я хочу опробовать. Так, удаляем. Все, поехали. Так, я еду. И вдруг неожиданно вырастаю. Ох, куда? Сколько? Ты зажми единицу. 256 был. Вот это меня втаращило. Ты куда, Сорс? Все нормально. Все нормально. Блин. Падай. Что, блин? Вот то. Блин, охренеть. Ну знаешь, а теперь не скажешь, что подписчики тебя не знают. Смотри, какая упоротая хрень. Ну да, да. Не скажешь, правда. Так, ну-ка, перевернись, пожалуйста, в нормальное состояние машина. Она так не умеет. Должна уметь. Какую-нибудь систему антиповорачивания, конечно, пригодилась бы. Какого поворачивания? Антипереворачивание. А, ну вот, колеса раздвигаешь на 256 блоков. Хорошо, я раздвинул свои колеса, окей. Ой, я могу летать. Ой, я могу ускоряться, ладно. Я врублю все четыре первых. Боже ты мой, что это за... Охренеть. Я могу ехать, да? Все, я поехал. Без проблем вообще. Ладно.
Понимаешь, она не перекидывается, ты мне колесико между колесико застрял. Видишь? Да-да-да. Значит, по-моему, мне там шагает задними этими. У меня тоже шагает. А еще смотри, есть такая кнопочка. Полетели. Да. Хлопай, ресницы, и взлетай. Охреневай просто. Бррр. Все нормально. Ну, у меня сзади эти... А, ну типа я уперся в стену, я понял. Уи. Тут мир всего 4000 блоков, у тебя получается 512 ширина. Даже больше. Ну, типа, да, всего немножечко раза больше. 8 раз карта больше, чем у тебя колеса. Блин, я перевернулся, у меня колесо подземлю. Я застрял в дереве. Боже, как я умудрился. Гребаная наркомания. Зато я тебя вижу. Все, я раздвинулся. Я полетел. Вроде бы. Не вроде бы, а полетел. Только. Спасите. Спасите, помогите. Я сделаю мертвую петлю. Мертвую, в смысле того, что ты разобьешься нахрен. Что я, да, что я умру нах. Боже. Ладно, все, антенна установлена, можно смотреть телевизор. Хорошая антенна. Я так понимаю, что спутники тоже ловят. Да, прям причем в физическом смысле. Просто от того, что она здоровая, она цепляет спутники и сбивает их нахрен антеннами. Боже мой, какая дичь упоротая. Ну, это мне понравилось прям. Так, я очищаю мир. Чувак, это страшно. Это музыкально большой. Нам нужно найти вход и кнопочку, наверное. Там кодовый замок. Вот, тут что-то есть. Или это не вход? Это не вход. Тут машина вот вход. Есть. О, вот вход, да. Ёшкин королёшкин, чё так медленно? Тут миленько. Тут озеро. Прям это. Вау. Это что, челлендж? Это глюк мобиль. Так, проехать сюда и по мосту. Да, это челлендж, чувак. Ну ладно, поехали. Скилл тестимся. Тут будет весело. Надо бы оболочку на самом деле снять, она что-то как-то лишняя немножко. Ну, мне кажется, что без оболочки подвесные мосты не будут работать. И ты тут заедешь в Вархаус, чувак. Ай, мне бы сейчас в зыбучих песках не утонуть. Блин, чувак, это сложнее, чем я думал. Ну что ты думал? Это вообще я. Что, начинай сначала, ты упал. А я не могу ее отспаунить заново, она не ставится. Чему ставится? Мне не ставится. Ее надо приварить. Зачем? Ну иначе она не ставится. У тебя вот ставится, у меня не ставится. Отваривай. Ты к мосту ее приварил? Ладно. Ну ладно, поехали. Что, не подвеска едет, никудышная. Специально. Я бы еще видел хоть что-нибудь, блин. Тут ни хрена не видно. Вот это первого леса есть. Так какие колеса должен видеть? Да куда? Как? Господи, ну, железная все. Штука. Пресс F. Чекпоинт не пройден. Ладно, окей. Давай вот там вот будет чекпоинт, чтобы я не ехал. Ну, допустим. Тюка не едет. Ты с разгона давай. Представь, что это фрикраулер. Ну, давай. О, молодец. А колесики свесил, все. Колесики свесил, да. Чувак, попробуй сам, а. Это какая-то хрень. Понимаешь, что я с пингами тем более не пройду? Думаешь, ты видел какой там дальше маршрут там вообще? Ну, это надо делать в формате челленджа, наверное, как-то. Ну, как-то так оно... Даже прикольно. Ну, прикольно, конечно. Смотри, оно ванильное. То есть, в принципе, в челлендж перенести это... Да, это без проблем. Два пальца поцеловать. Вот видишь, оно... Ну, конечно, да. Ну, давай я тебе это сейчас... Подожди, там какие-то кнопки в машине есть. Что за кнопки? Что за кнопки в машине? Или декорации?
Ну вот. Двигатель открыть. Еще, еще. И все. Вот это двигатель, а это я не знаю, что делает. А это свет. Давай еще раз. Да там нужно подпорки делать. Подожди, игра про крафт, можно сделать подпорочки. Подожди. Да, я заехал, чувак. Ура! Чек! Шлифуй. В смысле шлифуй, это не GTA? Какой нахрен шлифуй, ты что? Ладно, чек, чек так чек, хорошо. Будет тебе чек. Вот, так. На, чек. О-о-о-о. Все, чек, давай, едь дальше. А ты видел, что тут дальше, да? Да, едь. Понимаешь, что здесь? Там больно. Здесь эти... Зыбучие пески, я утону и умру в них. Нет, это злоебучие пески. Злоебучие? Да. Хорошо, боимся этих песков. Я тоже Пескова боюсь вообще-то. Я тоже боюсь. Все боятся Пескова. Так. Какого из Песковых? Так, а можешь убрать мой там этот? Давай, аккуратненько, давай. Я тебе верю. Короче, по одному пикселю надо проехать, считай. Ну. Тюка, да что такие вазелиновые колеса? Что ты хотел? Ты скорость механик. Здесь все вазелиновые. Ну, давай. Так, все, ровненько выровнялся и поехал! Ой, залевитировал бы. Она просто так вот уже, знаешь, типа падает, потому что хрен знает почему. Зашлифовал бы, нету залевитировал, не, капец. Во! То есть только с разгона и в наглую? Да, с разгона и в наглую так оно прошло. То есть на аккуратность? О, тут меня разворачивает. Меня тут пытаются повернуть, раскрутить. Ну да, там сенсор есть. Да он кривой еще. Он не кривой. Тюк, у меня все кривое. Да нормально все. Я вон крышу немножко снял, а теперь лучше вижу. Все. Меня оно багует так дико. Ну это у меня, потому что я подключил. У меня тоже вообще-то. Прекрати ерзать, дурында! Спасибо! Давай модифицирую немножко. Заедь сейчас. Тюка. У меня есть модификация для этой штуки. Заключается в переключении сенсора в режим Switch. Таблет. Подожди. Там еще она, понимаешь, она пипец узкая и без хорошего обзора такое, ну типа, хрен пройдешь. Ну в теории. Вот смотри, вот она внизу вращается, я не вращаюсь снизу. Ну типа такая платформа должна быть сильно больше. Ну, давай. Я в тебя верю, лягушонок. Багующие покрышки, о нет! Вархаус! Сурры! Там говно, по-моему. Я еще в говно въехал? Там кучка такая коричневая, я не знаю. Вряд ли это земля. Блин, реально в говно въехал. Ё-моё, теперь шины мыть. А тут пароль. Что это? Какой пароль? Где пароль? Тут пароль. Вот там вот. Вот тут пароль. Я вижу букву П. И вижу кнопочки. А пароля не вижу. А вот тут, видишь? И где его вводить? Думаешь, ну, там пароль? Водить. Где? А чтоб ты не видел, оно все в один гейт ведет. То есть как бы даже вот так. Подожди, я понял, то есть я должен заехать вот туда, что ли? Не, чувак, тут... Типа смотри, я тут паркуюсь, а там дальше меня, видимо, должно подхватить что-то, или я не знаю. Ну смотри, возможно. Ладно, так и быть. Смотри, здесь получается, есть вот эта кнопка... Потом вот эта кнопка, вот эта кнопка, вот эта кнопка, вот эта кнопка. Да где ты это видишь, я не понимаю. Соединение взял. Ну вот. О! Блядь, еще не все. Тюка. Сюда не забегай, сюда забежи. Это лифт склада, типа. Нееееее.
что там? Danger. По-моему, я что-то врубил не то, чувак. Оно стреляет тут по коробкам. Чувак, тут пароль. Это пароль. Да. Вот их сделано открытие пароля. А ты одну кнопку лишнюю нажал. Да похер. Лика отстреливает пароль. Прикольно. Короче, там дальше. Просто по крыше забираешься, и там наверху кнопочка нажимаешь, и вот это вот начинается. Чука, нихера себе. Не кисло. Опасно сейчас было. Слушай, такое прям приключение сделали. На какой-то хренотени, и просто вот-вот. Я, конечно, въехать не смог. Я кривой. Ладно. Ну, просто с таким обзором реально тяжело водить. Давай. Вперед! Ура! Финиш! Не, не финиш, тебе надо в комнату. Не, тут типа вон, все, финиш нарисован, вот. Значит финиш. А вот кря. И дошик. Дошик. Это дошик? По-моему, это лицо моего соседа. О, а что это? Это дошик. Вот это дошик. Королевский дошик. Че, реально? Кря. А чем тебе не похоже на дошик? Наверное. Ну, ты знаешь, такой настолько брутальный, что его уже болтами свинтили. Понимаешь, у нас в стране дошика нет. В смысле? А, ну да. У вас же как там это... Как там? Мивина, Роутон, все что хочешь, но дошика нет. Понятно. Ну вот, а это, видимо, мой сосед Картоха и дошик. Все отлично, все, жизнь удалась. Блин, классная штучка. Круто челлендж прошел реально, какой-то прикольный. Хренеть. Ну, ты какую дырку разрубала? Больше ничего нет? А. Знаешь, смысла больше, чем в некоторых челленджах. Да, и заморочек больше, чем в некоторых челленджах. Так что прям вот за этот подарок я вот прям очень-очень мне нравится. Есть. Я вот думал, это... тебя запинговало. Вот этот подарок, ребят, уже несколько... Ох! Боже ж ты мой. Смотри, снайпер. А, не, фу-фу-фу, винила. Чё это? Нормальные ребята, веселые, классные. Он меня постоянно пинает, когда мы едем. Ну, меня они тоже пинают постоянно, но... Не, ну, снайпер мне. С другой стороны, не помогает хорошо. Слушай, смотри, тут глаза объемные. Так я ж, да, я ж тоже и прус сбоку, так и вижу глаза. Блин, глаза прям огонь. И прическа объемная, кстати. Подожди, слушай, подожди, оно неправильно стоит. Эту хрень нужно повернуть. Чтобы она смотрела на солнышко, понимаешь? Спасибо! Sledger Glück Tom Made by... А, ну вот, снайпер Винилан. А, ну тут, короче, я того, я линяю, меня здесь не надо. Тебя не упомянули. Кнопка на обороте. Надо было подписать, тупой говнюк. Кнопка там. А сзади что написано? Нет, кнопка спереди. Ищи потом, да? Туда-сюда. Так, ну ладно, допустим, я нажимаю на кнопочку. What the fuck, motherfuck? Так, ну надо... Это Avenger, чувак. Да. Ну я видел уже Avenger. Ну, эти ребята могут, знаешь, и сами такое говно собрать. Можешь коробку убрать, пожалуйста? Я эту штуку вытащу. Коробка большая, от того и лагучая, как бы. Все, пойдем внутрь. А ты видишь, тут надписи есть, боковые трастеры, что тут еще есть интересного? А как залезть? А может здесь? А вот кнопочку нашел. Ну так, что не летал в GTA-шке, что? Что, давай пока не посмотрим, что внутри, а потом пойдем в кабину. Меня жопа жирная. О, чувак, она реально турелей управляет. Да? А можно я тоже? Ё-моё. Охренеть. У меня тоже турель есть. Даже модпак использовали, красавцы, слушай. Так, подожди, а я не понимаю, какой я турелью управляю. А, вот она, задняя. У меня передняя вот. Там, короче, все правильно, типа задняя, передняя. О, ребята, ну вы натворили, смотри, конечно. С лазерной штуку. Подсветкой, кстати, турели, да? Так, а да, на единичку дело. Типа тыркать. Ну, в окей. Том-то, блин, вся и фишка. С такой хренью реально можно как бы и повоевать.
А что тут еще есть? Две турельки, да? Кнопочки есть. Три турельки, подожди, а третья турель где? О, я этот открыл. помнишь нижняя турель? Да, так я нижней управлял, ну, самый первый. Хорошо, а что три сиденья? А последний ты управляешь здесь, сзади на хвосте. А, вот этой? Угу. Прикольно. А тут два сиденья. Давай, короче, садись сейчас. А будем у тебя летать. Кнопок? У меня 5. Так, раскручиваем движки. Так мы не будем взлетать. Я не нажимал кнопку, ты нажал кнопку. Все нормально. А ну-ка, нажми вторую какую-то еще кнопку. Ща, подожди, просто нам нужно как-то направиться бы, нам высоту бы набрать хоть немножечко. Так, я сложил шасси. Во, мы набираем высоту. Ты дверь открыл. Ага. Закрыл дверь. Так, это вниз, это вверх. Отлично. Значит, смотри, задняя теперь дверь. Теперь я перестраиваюсь вот так. Реально конвертоплан работающий. Сюшки! Стрёмно как. Давай ты лучше в вертолетный режим включишься, пока мы кнопки смотрим. Но оно работает. Оно хорошо ли работает? Оно очень хорошо работает. Главное, что оно похож. Блин. И он, знаешь, я видел Avenger, который тоже люди делают. Они, ну, плюс-минус так же работают. Но они лагучие до сраки. Этот этот прям хорошенький такой. Слушай, я предлагаю, знаешь что? Сейчас я зависну где-нибудь в воздухе. Ага. Вот, я завис в воздухе, я предлагаю тебе... Да, в турельку пойти. А можешь его выровнять хотя бы? Потому что он сейчас заваливается, и рано или поздно мы улетим на юг. Сейчас попытаюсь. Во, ну... Ну, вот сейчас он вроде ровненько должен быть. А ну-ка, о! Блин! Отлично. А прикинь в выживании такую дичь? А? Как бы было бы классно штурмовать. А возьми эту, вот самая близкая ко мне турель, а то тут плохо видно. Ты имеешь в виду переднюю? Да, переднюю. У меня типа, ну, камера, она типа не отдаляется, она уже на максимуме стоит. Я попробую вниз пострелять когда-нибудь. Блин, какой. Ты же тоже можешь в турель залезть. Если ты выйдешь сиденье, ничего не будет. Охрененная штука. Смотри, он нормально держится, то есть как бы на месте. Ну да. Возьми верхнюю турель. Или тоже нижнюю. Не, а верхнюю смысл, типа она будет только вверх стрелять. Смотри. Тыщ. Ну что, сможешь попасть по моей турели? Ну, по турели? Вряд ли. Я там думаю, ограничители что... специальные, что ли, стоят? Нет, просто этот, видишь, это вот нулевой градус. Типа, если я буду стрелять по твоей турели, я по нам. О! Ты попал! Ты попал! Хьюстон, спасайся! Боже мой! Ну, в итоге мы оба живы. Ну да. Ну, ребята, прям Винилан Снайпер, прям красавцы. Вообще такую хрень, знаешь, сделали. Просто тут ощущается именно любовь снайпера к летающей технике GTA-шки. Да. Он прям вообще. Прям вообще красавца. Я просто вам всеми вот руками и ногами тоже классы вам показываю. Ну, да. Я бы сказал, чем я показываю, но Винилан обидится. И все, ребят, на этом мы закончим. Всем удачи, всем лайков по жизни. И зайдите на канал Сорза, пролайкайте ему тоже там что-нибудь. Всем удачи, всем пока. За участие, спасибо. Пока-пока. Иди за ним. Картошку жри. Иди в жопу. Блин. Ты подписаться должен на Глюка. Ты подпишись, если ты не злюка. Подпишись на меня. Лайк ты поставь этому видосу. Будешь ты круче любого утконоса. Бара-бара-бара-бара-бара-бам.